Красный ключ падает, беру молоток, поворачиваюсь и невидимую стену. И добро пожаловать на канал Люцийка. Меня зовут Богдан, и мы будем играть в новую игру «Бабушка Гренни». Ключ зеленый. Почему он не берется? Почему? Лежит на столе, я не могу его взять. О, отлично, смотрите, вот высветился, взял. Взяли ключик. Спускаемся. Поворачиваем, и мы идем. Вот здесь есть такая комната с такой собачьей будкой. Ну, вот она, с топором. Идет за мной, аккуратно. Давайте вот сейчас мы за этим столом побегаем, чтобы она нас не догнала, направо-налево побегаем. А теперь она бежит за нами, мы бежим, убегаем, в другую комнату побежали. Ну что, где она там, за нами бежит или нет? Да, за мной бежит по пятам. Убегаем, вот она опять. Так, бежим вот в эту комнату. Опять за мной бежит, да. Куда же бежит? Она бежит прямо за Люцийкой. Не отстает на шагу. Кажется, за мальчиком побежала. Да, она побежала за мальчиком. Ну что делать с зеленым ключом? Оставим его пока здесь. Бабушка Гренни не дает нам пройти в ту комнату, где мы можем использовать зеленый ключ. Тогда возьмем сейчас вот эту синюю отвертку. Так, берем эту синюю отвертку. И нам надо открыть одну маленькую металлическую дверцу. Вот мы сейчас спускаемся в подвал. В подвале вот такой потайной лаз. Смотрите, ой, блин, попались. Но ничего, мы сейчас разожмем этот капкан и пролезем. Все, разжали капкан, пролезли, открыли дверцу, взяли желтый ключ и вот к этому белому сейфу. Открываем белый сейф, а тут плоскогубцы зеленые. Берем плоскогубцы и идем наверх. Что там? Перекусим провод. Да, перекусываем провод. Поднимаемся наверх. И здесь есть. Да, вот здесь есть вход наверх. А бабушка Гренни, нет, мы сейчас не можем забраться наверх. Там тупиковая комната. Если мы зайдем, то бабушка Гренни нас там точно споймает. Сейчас вот здесь. Вот она с правой стороны. Бежим сюда, бежим. За нами, да, за нами она гонится. Убегаем от бабушки Гренни. Вот она за нами, блин, сейчас догонит нас. Убегаем, куда можно убежать от нее? По пятам. А вот, а нет, я думал, что она отстала от нас. Нет, она все-таки за нами бежит. Спускаемся вниз. Сейчас мы перехитрим эту бабушку. Вот здесь второй потайной лаз есть. Прижимаемся, приседаем. И она не может по этим маленьким проходам перемещаться. Ой, смотрите, капкан поставила бабушка Гренни. Придется нам попасться в капкан. И сейчас мы его разожмем и пойдем дальше. Вот мы его разжали. Так, где она там? Посмотрим, за нами бежит, нет? Не вижу ее. О, игра закончилась, потому что бабушка Гренни вышла с игры. Ну ничего, придется новую игру начинать. Вот сейчас игра выбирает карту, в которой мы будем играть. В школе или в доме. Она выбрала в доме. И вот сейчас из участников игры будет выбираться бабушка Гренни. Вот Марко Кис будет бабушка Гренни. А мы будем убегать от Марка Киса. Ну что, где нам зеленый ключ? Где наш зеленый ключ? Берем зеленый ключ. О, тут в этот раз он хорошо взялся с первого раза. Пока бабушка Гренни там внизу стоит и думает, куда идти. Мы сейчас спустимся. Вот здесь есть подвальная. Так, а, смотрите, и мальчик с нами бежит и взял эту штучку, крутилку для колодца. Он тоже, наверное, знает, что она пригодится, эта крутилка деревянная. Видите, у него в руке деревяшка. Это специальная штука, там, где крутят колодцы, ручка для колодца.
приседаем, проходим лаз. Ты прямо сюда хочешь, да, вторым лазом он хочет к колодцу пробраться. Нет, давай вот сюда. Да, да, пройди сюда, там нельзя подвинуть ящик, здесь можно пройти спокойно. Мы длинным этим туннелем пробираемся. Там впереди доска, да, а ну давайте ее головой сейчас поднимем. О, отлично, подняли, встали, бежим. Вот, вот, да, вот в эту собачью будку, там есть замочек, и этот зеленый ключ откроет его. Открываем, оставляем зеленый ключ, и мальчик вот в колодце, да, он начинает крутить и поднимает красную шестеренку. Молодец, спасибо. Открываем собачью будку, приседаем, и вот этот красненький шестереночку вставляем в это устройство. Куда дальше бежим? Куда дальше? Где бабушка Грейни? Так. А, там есть эта отвертка, синяя отвертка. Да, она нам нужна. Мы сейчас должны ее взять. Я ее видела в этом туннеле. Вот здесь, с правой стороны. Да, да, я вижу, вижу. Беру, беру, беру. Все, взяла Люсейка синюю отвертку. И побежала открывать небесную. Там, кажется, мне показалось, или там кто-то был, бабушка Грейни. Так, а ну посмотрим, не? Не, показалось. Приседаем, пролезаем, и вот под лестницей есть специальная железная дверька. Открываем, берем желтый ключ, обратно садимся, вылезаем, и здесь вот... А, вон бабушка Грейни, видите, торчит этот самый, дубинка торчит от бабушки Грейни. Она думает, что мы ее не видим, поднимемся, и она нас там... О, арбузик, да, арбузик, это вкусно. Так, щипцами перекусываем красный провод. Смотрите, она стоит, поджидает нас там. Нельзя подниматься по той лестнице. Она нас ждет. Надо в обход пойти. Здесь есть обход, и поэтому можем спокойно через него ходить. Может, бабушка Грейни не знает про этот обход? А мы знаем. Поднимаемся. И сейчас мы с помощью этих кусачек должны перекусить провод на входной двери. Где, где? Где бабушка Грейни? Так, ее пока не видно. Она, интересно, ждет нас здесь. О, вот она стоит. Отлично, перекусили провод. Она не заметила. Она смотрит вниз, наверное, туда. Теперь бежим с плоскогубцами на самый верх, в самой верхней комнаты. Тут есть вентилятор и есть синий провод. И надо этими плоскогубцами перекусить синий провод. Вот мы перекусили. Взяли ключ, синий ключ. И синий ключ откроет верхнюю такую планку в двери. Так, где, где? Где бабушка Грейни? Что? Где? Стоит, стоит. Аккуратно, аккуратно. Если побежит, так мы быстренько... Отлично, отлично. Она не заметила нас. Она стоит как замороженная. Синий ключ отработал свое. Теперь берем ржавую шестереночку и бежим к собачьей будке. Да, потому что в собачьей будке мы красненький шестереночку поставили. Так, молоток я вижу на столе. Открываем дверь. Забегаем, вот эта будка, ставим эту шестеренку ржавую, вставляем, да, да, вот, вот, красный ключ, мы взяли красный ключ, выходим с этой собачьей будки, бежим, красный ключ, молоток на месте, красным ключом мы сейчас попробуем открыть дверь, а потом нам остается только... Молотком сбить планку, и мы будем на свободе. Красный ключ, ну-ну, не открывает. Ладно, возьмем сейчас молоток, попробуем открыть эту деревяшку. Только после этого возьмем красный ключ. Ну, красный ключ надо куда-то спрятать, чтобы его никто не взял. Пока я молотком буду эту планочку отбивать. Вот сюда, за собачью будку мы его положим. И вернемся за молотком. Возьмем молоток и пойдем к входной двери. А где молоток? Где молоток? Он только что здесь был. Ну, так так всегда. Только отвернешься, и сразу же молоток куда-то уплывет. Надо быстро возвращаться за красным ключом, пока красный ключ никуда не уплыл.
Взяли красный ключ. И теперь возвращаемся. Кто-то с молотком, может, уже открыл дверь. Ай, блин, бабушка Гренни, бабушка Гренни. Пришла за Люцикой, бабушка Гренни, блин. Сейчас догонит, аккуратно. Быстро спускаемся, быстро ныряем. Кажется, нас пронесло. Мы сейчас в обход пойдем. Может, кто-то открыл нашу дверь. И мы откроем красным ключом. О, отлично, дверь открыли, открыли дверь. Где бабушка Гренни? Где? Может, возьмем молоток и бабушку Гренни, так сказать, встретим? Почему не открывается? О, открылось, прошли. Если вам понравилось это видео, ставь лайк. Всем пока-пока.